Приморском крае сотрудники подразделений по вопросам миграции территориальных органов внутренних дел, госавтоинспекции, Центра по противодействию экстремизму, регионального управления ФСБ России, при силовой поддержке коллег из Росгвардии провели комплексную оперативно-профилактическую операцию «Нелегал-2022». В ходе первого этапа проводились проверки объектов транспортной инфраструктуры, торговли, питания и мест компактного пребывания иностранных граждан. В результате межведомственных рейдов выявлены 426 нарушений миграционного законодательства Российской Федерации. Самые распространенные нарушения – это несоблюдение правил въезда, выезда и пребывания на территории Российской Федерации, а также установленного порядка осуществления трудовой деятельности. 12 иностранным гражданам судами Приморского края назначены административные наказания в виде выдворения за пределы Российской Федерации. Из них 6 человек помещены в Центр содержания иностранных граждан и будут выдворены принудительно. Также выявлены факты участия иностранных граждан в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ, возбуждены 2 уголовных дела. Не остались без внимания сотрудников полиции и владельцы резиновых квартир. За фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет иностранных граждан в отношении жителей Приморского края возбуждены 20 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 322 прим. 2 и 322 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции статей предусматривают ответственность от штрафа в размере до 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 3 лет. Рейдовые мероприятия по контролю над соблюдением миграционного законодательства, выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в сфере миграции продолжаются. Олег Завьялов, новости на Восьмом.